Доброе утро, наши большие маленькие телезрители. Привет, 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 Капа. Эту капу да. Мне Женя оставил, помнишь? Да, ну из умного Екатеринбурга. Из умного Екатеринбурга. Подожди, Кап, я хочу спросить-то, а почему здесь 14 зубов? Ну, на нижней челюсти. Ну, потому что детский размер. А, детский размер. Ну да. Мне не подойдет? Тебе нет, ты же большой, у тебя зубов-то полный ход. Подожди. Женя обещал к нам прийти, и он пришел. И Женя пришел. Доброе утро, Женя. Друзья, привет. Привет, Жень. Рад вас снова видеть. Да, у нас тут твои зубы, вернее, мои на полке лежат. Да, я уже заметил. Слушай, смотри, Женя принес колбу. Значит, это что? Химия. Ой, как взорвемся. Все верно, ребят. Давай химичить. Сегодня у нас настоящая химия, поэтому, Саш, тебе я даю настоящие очки химические. Я все равно близко подходить не буду. Ассистент. Или я тебе нужен для помощи? Просто смотреть. Через очки, понятно. Диета безопасности превыше всего. Хорошо. Сегодня у нас классическая химия. Окислительно-восстановительная реакция. Пчелочи, кислоты, индикаторы. Ну что, пробуем? Давай. У нас есть в большой колбе раствор глюкозы. Знаете, что такое глюкоза? Конечно. Сладенькое. Что-то сладенькое. Это подобие сахара. В маленькой колбочке у нас гидроксид натрия. Это сильная-сильная щелочь. Это типа соды. Абсолютно верно. Ей даже можно трубы прочищать. О! И синенькая жидкость в другой колбе. Это индиго-кармин. Индиго-кармин. Смотри, цвет индиго. Похож? Да. Это индикатор. Условно говоря, есть два типа сред веществ. Это щелочные и кислые. И кислые, да. Представляете? То есть в желудке у нас какая кислота? Кислая среда. Кислая? Кислая, абсолютно верно. А слюна – это? Щелочь? Все верно, это щелочная. Да. Так вот, индикаторы, они меняют цвет в зависимости от типа среды. Ого, так, ну давай. Давай в раствор глюкозы добавим сначала щелочь. А глюкоза это какое? Это же кислая среда? Это нейтральная. Глюкоза это нейтральная. А, нейтральная. Ты что, умный, что ли? Ладно, дай не мешать. Смотри. Изменения цвета почти нету. Нет, почти. Добавим индиго-кармин. Угу. Зеленый. А почему зеленый стал? Ну так вот, потому что это... Ой, это же тархун. А сейчас попадет в желудок. Раствор должен немного настояться. Давайте ждать мы не будем. Так, давай. Я приготовил уже свой. Давайте посмотрим, что же будет, если эту колбу потрясти. Так. Готовы? Да. Смотрим внимательно. Красный-зеленый. Красный-зеленый. На что похоже? На светофор? На светофор. А почему так происходит? Ой, опять смотри, красный. Опять красный. Сейчас смотри. Вы желтенький. Сейчас желтый будет. А почему так, Женя, происходит? И снова желтый. Ого. А в чем дело? Дело в том, что есть такое вещество, называется кислород. Ага. Это окислитель. Угу. И этот самый окислитель меняет цвет нашего индикатора. А-а-а. Если мы этот кислород смешаем с нашей жидкостью. Ничего себе. Класс какой. Вот на самом деле все просто. Супер. Дышите, ребят, глубже. Я на самом деле пришел не с пустыми руками. Так. Сегодня я принес вам периодическую таблицу ученых. Периодическая таблица ученых? А эту таблицу получают все наши ребята, которые приобретают абонемент на наш сезон. Ага, когда у вас сезон уже? Сезон уже стартует, и билеты можно уже брать. Ой, слушайте, класс! Да, то есть наклейки, которые получат ребята. Да, вы получаете за решение домашних заданий, которые мы проходили в прошлый раз с вами, и за посещение программ. Класс, спасибо, Жень. Капа, Женя, спасибо. Женя, Саша, ну это вам. Просто, спасибо. Ну просто здорово. Спасибо, мы ждем тебя еще раз. Очень интересно и очень познавательно. Давайте, ребята, да. Смотрите копошилки. Будьте как умный Екатеринбург. Пока.